29 июля в Армавире состоится городской этап краевого фестиваля дворовых видов спорта «Прорыв». Соревнования соберут сильнейших уличных спортсменов со всей Кубани. В ходе муниципального этапа определятся имена тех, кто будет представлять наш город на региональном уровне и, возможно, станет обладателем звания чемпион края. Стать участником сборной Армавира могут молодые горожане в возрасте от 14 до 19 лет. Отборочные соревнования пройдут в двух дисциплинах – фристайл и троеборье. – Каждый из них определят двух победителей. Они и войдут в состав армавирской команды. Регистрация участников начнется в 9 утра, а сами соревнования стартуют в 10 часов на недавно открывшейся воркаут-площадке в сквере имени Воробьева. Финал фестиваля запланирован на 13 августа. Он пройдет в рамках молодежного форума «Регион-93».